Мы строим и ремонтируем автодороги. Более 150 километров в год. Спасаем старые и строим новые. Там, где проходят дороги, растут дома и новые районы. Хорошие дороги нужны всем. Они ведут нас к родным и друзьям, работе и дому. И каждый выбирает свою дорогу, по которой он будет уверенно двигаться к своей цели. Смелость, четкость в решении трудных задач, уверенность, основанная на точном расчете, помогает добиться высоких результатов. Инициатива, дисциплина, ответственность лежат в основе нашей работы. Каждый проект — это слаженная работа команды единомышленников. Дорогу до верхнечусовских городков местные жители ждали давно. На левом берегу Чусовой до этого года была только гравийная дорога. Мы реконструируем участок дороги с устройством капитальной дорожной одежды в несколько этапов, начиная с земляного полотна и заканчивая дорожной разметкой. На месте отслеживаем соблюдение технологий. Во время выезда на объект руководство и инженеры проверяют качество работ. Трасса Кунгур-Соликамск. Здесь мы вернули жителям 67 комфортных километров. На подходах к мосту через Вильву применен метод холодной регенерации. Дорожный ресайклер укладывает асфальтогранулобетон с добавлением комплексного вяжущего, что позволяет надежно укрепить основание. Такой же метод отработан на строительстве дорог в Калининградской области и в поселке Пожва Коми-Пермяцкого округа. В 2019 году мы отремонтировали дороги в 15 районах Пермского края. Устроено более 1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на объектах регионального заказчика Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. 20 километров капитального ремонта и реконструкции. Около 300 тысяч квадратных метров покрытий дорог и проездов отремонтировано по муниципальным контрактам в 11 районах края. В Чусовском, Пермском, Добрянском, в Ильинском, Александровском, Кизеловском, Горнозаводском, Губахинском, Гремячинском, Кишерцком, Нытвинском районах. На всех объектах обеспечена бесперебойная поставка материалов. Наш дробильный комплекс производит щебень узких фракций по существующим ГОСТам, а также по новому техническому регламенту Таможенного союза. Два асфальтобетонных завода в Перми и Чусовом выдают 420 тонн асфальтобетонной смеси в час. Только в Чусовом за одну смену завод производит достаточно асфальтобетона для покрытия 2 километров дороги шириной в 2 полосы. Обход города Чусовой – социально важный объект для Пермского края. Мы не остались в стороне, приняли эстафету строительства обхода. Создаем красоту в каждом изгибе дороги до самого горизонта. Дорожная лаборатория аккредитована в системе Росдор-сертификации. Здесь ежедневно проверяется асфальтобетонная смесь на 20 показателей. После укладки покрытия образцы испытываются в лабораторных условиях. Дороги — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы постоянно стремимся ее улучшать. Дороги нам нужны для комфортной жизни и работы. Чистые реки, горы и города становятся доступней. Евродорстрой. Дороги сближают.